начинается Россия. С Курин, с Камчатки и не с Командор. О чем грустят глазами степные над камышами всех ее озер. Россия начинается с пристрастия к труду, к терпению, к правде, к доброте. Вот в чем ее звезда. Она прекрасна. Она горит и светит в темноте. Отсюда все дела ее большие, ее неповторимая судьба. И если ты причастен к ней, Россия из гор берет начало, а с тебя. Да прославься ты, Русь великая, и великим твоим мудрым деланием и усердием твоим во трудах честных расцветет наш край. И в концах земли да прославится он, и пройдет о тебе далеко в людях слава. На арене спортивного комплекса «Юбилейный» военные духовые оркестры Санкт-Петербурга. Оркестр Михайловской военной артиллерийской академии, военный оркестр Ленинградской военно-морской базы, военный оркестр военного института военно-морского военного учебно-научного центра военно-морского флота военно-морская академия, 23-й военный оркестр Западного военного округа почетного караула, военный оркестр Военного института физической культуры, военный оркестр Военного института военно-морского, политехнического, военного учебно-научного центра военно-морского флота военно-морская академия, военный оркестр Военного института инженерно-технического, военной академии материально-технического обеспечения, военный оркестр Военного учебно-научного центра военно-морского флота военно-морская академия, военный оркестр Военного института международных войск и военных сообщений военной академии материально-технического обеспечения, военный оркестр Военной академии связи, военный оркестр Военно-медицинской академии, военный оркестр Военной академии материально-технического обеспечения, военный оркестр Военно-космической академии. Сводный военный оркестр Санкт-Петербургского гарнизона, главный дирижер, плацпарада, начальник военно-оркестровой службы штаба Западного военного округа, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Вовк.
Внимание! Во знаменование празднования Дня народного единства на арену спортивного комплекса «Юбилейный» вносятся государственный флаг Российской Федерации, знамя вооруженных сил Российской Федерации, флаг Санкт-Петербурга. Прошу всех встать! Прошу садиться. На сцену приглашаются депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Николаевич Гладунов. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юлия Александровна Мартемьянова. Генерал-майор Сергей Александрович Гашков. К вам обращается депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Николаевич Гладунов. Уважаемые жители и гости лучшего района Санкт-Петербурга, Петроградского, в преддверии большого праздника народного единства от имени председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Макарова Вячеслава Серафимовича, депутатов Законодательного собрания, приветствую и поздравляю вас с Днем народного единства. Желаю мира, здоровья и благополучия всем и каждому. Хватит делиться нам на белых и красных. Хватит делить нас на белых и красных. Поздравляем вас всех с праздником. Мы живем в великой стране, имя ее Россия. С праздником народного единства. Уважаемые петербуржцы, дорогие друзья, всей души поздравляю всех нас с наступающим праздником, с Днем народного единства. Мы живем на национальной стране, и каждому из нас нужно с уважением и пониманием, с вниманием относиться культуре, вере, истории друг друга, жить в мире и согласии, чтобы всегда у нас был покой дома и в стране. С наступающим праздником! Уважаемые товарищи, призыв поэта Юрия Висбора «Наполним музыкой сердца» актуален сегодня, как никогда прежде. Душа русского воина всегда наполнена любовью к родине и своему народу. Патриотизм рождается в сердце со звуком песен гимна и мужество о священной войне, в которой мы сломили врага и отстояли свою веру и правду. Армия начинается со строевой песни и в марше выковывает единых, сплоченных, способных защитить свою родину солдат. И именно музыка порождает на войне душевный настрой, который делает непобедимым русского воина. Об этом знает каждый, побывавший на передовой и слышавший солдатскую песню. Я рад, что сегодня высший воинский ратный дух проявили оркестры Западного военного округа. Великие музыканты прошлого, чьи марши провожали войска в бой десятки и сотни лет назад, с гордостью смотрят на вас, слушают ваши мелодии и исполняют музыкальные партии в одном строю с вами. В нашем мире зло продолжает оправдывать поводом. И до тех пор, пока военные оркестры следуют за дирижерской палочкой, а за звуками волнующей душу меди бегают в атаге пацанов, я убежден, Россию никому не победить и не поставить на колени. В преддверии Дня народного единства я поздравляю
военных музыкантов Западного военного округа с высочайшим профессиональным успехом. В упорной борьбе вы по праву завоевали звание лучших оркестров российской армии. С Днем народного единства! С победой! Мы благодарим вас за эти теплые приветственные слова. Уважаемый Юрий Николаевич, уважаемые друзья, мы просим вас оставаться на сцене. Дорогие друзья, проведение плацпарада военных оркестров Санкт-Петербургского гарнизона в преддверии Дня народного единства становится уже хорошей традицией. Но в этом году произошло событие, с которым мы от всей души поздравляем и чествуем наши оркестры. Раз в 5 лет в нашей стране проводится смотр-конкурс военных оркестров Вооруженных сил Российской Федерации. И в этом году впервые в истории Вооруженных сил Российской Федерации военные оркестры Западного военного округа заняли первые места во всех номинациях смотра-конкурса. Полная, безоговорочная победа в финале конкурса, прошедшем в Москве. Мы приступаем к торжественной церемонии награждения победителей. Прошу зачитать указ. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, примерную воинскую дисциплину, старания, разумную инициативу, профессионализм и высокие показатели служебной деятельности, проявленные на смотре конкурса военных оркестров Вооруженных сил Российской Федерации.
сержант Федоров Михаил Михайлович. Главный старшина СВАП Александр Геннадьевич. Старший сержант Шиняев Алексей Николаевич. Сержант Ашкенази Александр Витальевич. Сержант Бакаев Алексей Олегович. Сержант Добрынина Ольга Вячеславовна. Старшина первой статьи Духов Александр Сергеевич. Сержант Заварыкин Сергей Иванович. Сержант Саика Андрей Александрович. Сержант Кишеленов Александр Михайлович. Старшина первой статьи Зобов Алексей Леонидович. Младший сержант Таракелов. Младший сержант Матвеев Никита Андреевич. Благодарственными письмами председателя.
члена Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрия Николаевича Долдунова. Внимание! В честь открытия плацпарада военных духовых оркестров Санкт-Петербурга в исполнении солиста Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Самсонова, лауреата всероссийских конкурсов Ангелины Сигдаренко, сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона, сводного детского хора Филармонического общества Санкт-Петербурга и Международной академии музыки Елены Образцовой, всех присутствующих в зале, жителей и гостей Петроградского района Санкт-Петербурга, прозвучит государственный гимн Российской Федерации. Прошу всех встать. Почетное право открыть плацпарад военных духовых оркестров предоставляется депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрию Николаевичу Долдунову. Плацпарад военных духовых оркестров Санкт-Петербургского гарнизона, посвященный Дню народного единства, объявляю открытым! Thank you.
Мы благодарим вас, уважаемый Юрий Николаевич, уважаемые друзья, за торжественную церемонию открытия. Уважаемые жители Петроградской стороны, концертную программу плацпарада открывает сводный военный оркестр Санкт-Петербургского гарнизона под управлением начальника военно-оркестровой службы штаба Западного военного округа, главного дирижера плацпарада, заслуженного артиста Российской Федерации, полковника Сергея Вовк. Музыка Бориса Александрова. Да здравствует наша держава! Оркестр военной академии материально-технического обеспечения. Военные дирижеры: майор Дмитрий Мальков, майор Андрей Молотков, майор Андрей Потапов. В сопровождении хореографического коллектива филиала пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Солистка Татьяна Казакова.
оркестр военного учебно-научного центра военно-морского флота Военно-морская академия. Военный дирижер, капитан второго ранга Дмитрий Мисюра. Thank you.
военный оркестр Военно-медицинской академии имени Сергея Леонидовича Кирова, военный дирижер, подполковник Михаил Николаев.
Сводный оркестр Военно-морского и Военно-морского политехнического института, военные дирижеры майор Сергей Вольский и майор Юрий Лебилин.
Космической Академии, Михайловской военной артиллерийской академии и Военного института физической культуры. Военные дирижеры: майор Глеб Семенов, майор Алексей Бубнов, майор Дмитрий Левицкий.
военный оркестр Ленинградской военно-морской базы. Начальник оркестра – майор Валентин Лященко. Военный дирижер – лейтенант Никита Игнатов. Thank you.
23-й военный оркестр Западного военного округа почетного караула. Военный дирижер лейтенант Григорий Вилько. Thank you.
арене спортивного комплекса «Юбилейный» рота почетного караула Западного военного округа. Командир роты капитан Анатолий Кожухов.
175-летие со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова в сопровождении сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона исполнят оркестровую интермедию «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане». Дирижер начальник военно-оркестровой службы штаба Западного военного округа, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Вовк. Народного единства в исполнении сводного оркестра
звучит русская народная песня «Вдоль по Питерской». Сводный военный оркестр Санкт-Петербургского гарнизона. Сводный детский хор Филармонического общества Санкт-Петербурга и Международной академии музыки Елены Образцовой. Руководители Екатерина Андреева и Ксения Жаркова. Ансамбль солистов Международной академии музыки Елены Образцовой. Солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов. Музыка Валерия Халилова на слова Александра Савицкого. «Навсегда великая страна». Наш родной
военным дирижером, руководителем оркестров участников плацпарада. Раздают аплодисменты. Мы от всего сердца благодарим за этот великолепный праздник, друзья! Над головой. До свидания, до новых встреч!